есть ледяная сосулька Голд. Из истории известно, что редис попал в Европу из Китая благодаря путешественнику Марко Поло. И неудивительно, что этот овощ приобрел такую популярность в средней полосе, ведь помимо чудесных вкусовых качеств, редис славится еще и своими целебными свойствами. Среднеранний сорт редиса «Ледяная сосулька» поспевает через 30-40 дней после высевания семян в грунт. Семена высевают достаточно рано, когда температура достигает плюс 4 градусов. Корнеплоды белые, веретенообразные, с белой сочной мякотью и слабо острым вкусом. Особенностью этого сорта является его устойчивость к стрелкованию и длительному сохранению товарного вида. Агротехника выращивания заключается в наличии плодородной глубоко вспаханной почвы, рыхлении междурядий и достаточном количестве влаги. Выращивать редис «Ледяная сосулька» можно в парниках и на открытых грядках. Следует отметить, что редис имеет свойство накапливать в корнеплодах нитраты, поэтому азотных удобрений не вносят. Инкрустированные семена, выбор которых вы сделаете для посева на своем огороде, лучше купить в интернет-магазине «Помидорчик».